Библиотекари рассказывают детям о разных аспектах сохранения природы, о богатствах земли, водных ресурсах, животных и птицах. Особенно детям нравится состязаться на викторинах, правильно отвечая на вопросы ведущих. Мы стараемся, во-первых, обратить внимание детей на вот эти проблемы экологические, которые существуют, и, во-вторых, заинтересовать литературой. Как художественной, так и литературой научно-познавательной, чтобы у детей был интерес и стимул приходить и читать. Праздничная неделя началась с познавательно-игровой программы «Спасите китов». А во вторник, 4 апреля, для учащихся младших классов, библиотекари Татьяна Леновицкая и Евгения Суханова из отдела периодики подготовили «Карусель затей» – мировая лаборатория «Водные ресурсы Земли». Библиотекари рассказали о всех океанах и их обитателях. Тихий океан – самый большой и самый глубокий. Северный ледовитый – самый маленький и самый холодный. Водопады замерзать могут. После викторины дети с интересом проводили опыты с водой. Завершится неделя детской книги, которую традиционно поддерживает Центральная детская библиотека Десногорска, интеллектуальным турниром «Эко-я, эко-мы, эко-мир».